Ребята, всем привет, привет на канале Первый, скажите. Взяли кофеечку. Все, едем уже к своему выходу. Нагулялись, насмотрелись. Надо и честь знать. Полетели мы отсюда. У нас выход А, Е7. Че говоришь? Она внизу, а вот там выйдет. А оттуда не выйдешь. Из аквариума. Ну да. Это сейчас вот мы пройдем и вниз. Ну да. Что-то кто-то бегает, что-то все кого-то ищет. ОМОН на ленивой, короче, дорожке. Стоим. Типа идем. Типа ленимся. Не, красиво, конечно, оформим аэропорт. Очень красиво. Да. Сейчас еще один. Пролетик пролететь нам надо будет. Grab and go. Grab and go. Фига себе. Чего только не придумываем. Видите, бегут, кого-то ищут. Оп, подожди. Давай посмотрим, что тут. А, здесь напитки, да? Да. Чипсы, напитки. Также. А цель, кстати, нету. Вон он. Это все, 88, 88. Это номер позиции. А вот здесь цены. Да. 45 бат. 35 бат. Угу. Чай. 64 против. Можно даже карточка подать. Ну что так? Удобнее. Видите, как красивая штука. Вообще. Туда, правда, нельзя пройти. Но вообще это вот так выглядит. Очень красиво. Там еще вон лампы. Люстры. Красота. Вов, не надо туда залазить. А хотя нет, да, как раз доедем. Да. Давай, иди. Кстати, вон тех девчонок видела. Они с нами стояли на регистрации. У них кто-то уже спит. Вот так вот. Кто-то тупит. Катар, да. Он, получается, сам в конце. Угу. Нет, там еще один есть. Девятый. Понятненько. Че, мы приехали. Сейчас будем. Да, вон робота. Вот это, кстати, вот проход, это когда вот вы прилетаете. И вот как раз по нему идете. Мы тогда месяц назад как раз вот по нему шли. Ну, сейчас мы улетаем. Смотрим. Какой степени хочется? Какой-то хочется. Не знаю. Видишь, она даже предупреждает. Будьте осторожны. Да, сосиски ваши берегите. Все, приехали. Народ оживился, уже начали пускать. По чуть-чуть. Сейчас вниз пойдем. Там же очередь такая большая собралась. Проверяют паспорт. И пропускают вниз. Нет, всех пускают. Скоро полетим до Дохи. О! У нас уже самолет погнали. Сейчас народ уже пойдет. Ну, места наши точно никто не займет. Хорошие сейчас места взяли. А вот из Дохи полетим до Москвы уже не очень. Для багажа. Всякие левые, которые там и сидят. Да, 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 да. А то они любят так делать. Любят, да. И ты тоже любишь. Он долго так на тебя смотрел. Похож, не похож. Там ты какой-то белесенький. Российской Федерации. Ну, здесь сейчас еще ждать. Сейчас же не сразу запускают, то. Это, как сказать, предварительная зона. Вот здесь вот можно все сидеть. Вот оттуда, наверное, да? Ну да, сначала первый класс. Вот здесь вот, кстати, лучше всего сесть. Или вон там он. А, наверное, вот там, да, у нас. И здесь. Катар вон прописано, да. Все равно сначала первый класс, да, а потом уже другие. Видите, вторая проверка. Вдруг все-таки как-то просочились, да, через этих. Летчики пошли наши. Люфтваффе. Немец, да? Да. А с ним, по-моему, таец, да? Таец. Это второй. Второй пилот, да. И Вован говорит, что прошло сколько? 15 стюардесс? Да. Еще один стюард.
все, не стоп. Нифига себе. 16 штук. А, обалдеть. Это пилот первым заселяется. Он супер-пупер приорити пас. Короче, сидим, пристроились это к бизнес-классу. Потому что вот там вот сидит, грубо говоря, весь эконом, а мы здесь это... Да. А, у нас зона 1. У нас это... Мы лучшие среди эконома. Как мы жить учились. Вот так вот. Не, реально там вот даже садись негде уже. А здесь, пожалуйста, места. Оп-оп-оп. Прошу, благодарю. Билеты не эконом-класса, хотя бы это первый класс. Ты знаешь вообще разницу цены? Слышь ты. Чё? Ты когда корону-то отрастить успел? Я говорю, пробовать надо хотя да. бы раз в жизни-то. Ну, конечно, да-да-да. Так, чтобы эмирейтами, да, или Катаром. Или Сингапуром, на крайняк. У меня Вован-то, видите, с такими замашками, блин, обалдеть. От меня еще пахнет Диором. Диор. Не похоже на первую зону. От меня пахнет Диором, пахнет, значит, первая зона. Ты как в первом классе пахнешь. Да. Это у меня не Василек. Это у меня Васильёк, понимаете? Это Васильёк. Это у тебя тоже бренд Васильёк. Васёк. Это мировой бренд одежды. Домашний. Что, первый класс идет, а тут уже эконом-класс. Мы челядь. Мы, как говорится, возглавляем список. У нас первая зона в какой-то веке. Да, вот. Эконом, бизнес и прочее. Эконом? Эконом? Все, эконом нам сюда. Все, иду. Куда-то отличили, да? Сейчас летим до Дохи. Потом 3 часа пересадка. И потом уже летим до Москвы. Все, сейчас будем проходить. Нифига себе, даже бар есть. Как красиво. Смотрите. Это вот первый, наверное, класс, да? Круто. Тихо. А это уже эконом пошел. Пойдем. Hello. Все, наш ряд 44. Еще пока никого нету, сейчас спокойно сядем. А, блин, не откидывающийся, да? Ну ладно, что, потерпим. Так, у нас 44-й. У нас будет другой. Оп, и сюда. Hello, thank you. Все, у нас в хвосте. Сейчас, у окошка. У окошка. Ну, народ уже, знаете, присоединяется. Да? Это все складывать надо. Вот такой вот у нас самолет сейчас. Вот. Дальше, что у нас тут? Смотрите, нам что еще дали. Ну, конечно же, наушники. Вот такие вот хорошие. Так, дальше плед. И вот что-то вот здесь такое интересное. Не знаю, что это такое. Может, для сна? Попробуем посмотрим. Что там? Вау. Смотри, что еще тут внутри. О, смотри, зубная щетка, беруши. Смотрите дальше. Здесь что? Здесь есть повязка на глаза. Так, здесь есть носки. Вова, нафига я носки брала? Здесь можно разуться, видишь, и надеть носочки. Гольфики даже. Обалдеть. Это гольфы. Круто. Можно домой взять. Ой, они, кстати, с начесом, смотри, как такие прикольные. Еще обалдеть, прикиньте, а. О, и вот эта вот штука есть. Видите? Маска. Для глаз, да. Не, а внутри вот, смотри, что еще есть. А, кстати, вот когда мы сюда летели, здесь такого не было. Так.
О, набор почистить зубки перед сном. Великолепно. Даже с пастой. Щеточка такая прикольная. О, и даже, смотрите, для зуб, вот это, для языка. Так, и беруши. В общем, чтобы спать крепко, счастливо и никому не мешать. Каждому такой наборчик. Катар отличный. Авиакомпания. Вот, не открывай пока. Я тебе показал. Вот, на, смотри, что там есть. Пока не открывай. Зачем тебе? Что ты хочешь? Может, сними масочку. На. Надевай. Мери, давай. Потом откроешь. Носки вон, видишь какие? Гольфы, гольфы. Будешь одевать? Ну-ка. Чтобы спать и никому не мешать, да? Не, прикольно вообще. Маска такая здоровская. Все, Вова примеряет. Здорово. Вам сейчас беру. Мне очень нравится. Правда, самолет не очень новый. Вот. Здесь, кстати, вот уже старенькие такие. О, эти вот мониторчики. А он говорит, здесь еще нету русского языка, да? Тут вообще темный какой-то. Enter. TV. А, вот здесь вот. А, нет, это не то. Я не знаю, где это. Language. Сейчас где-нибудь найдем. Map, audio, movies. Где-нибудь настройка должна быть. Где-то надо искать. Настройки, настройки. Ой. Ой. Картка. Так. Угу. Да, что-то настроек нету. Не вижу. Что-то тут нифига. Так. Да, что-то пока что не... Есть, короче, аватар. Есть какой-то Биг Джордж Форман, Супер Марио, Лав Гейм, ага, Амурис, так, Май ТВ, аудио, а языка-то нету, все на английском, грусть, все, грусть, тоска меня сидит. Кстати, огромное место для ног, я сижу, и вот это, смотрите, сколько еще места. То есть, ну я сама не маленькая, то здесь такой человек может сесть, простегнуться прям. Еще маму не горю. Ну все, да. Очень, да. Ноги, видите, какие длинные. Ну, он, видать, очень большой. С нами, да. Ты у нас вообще самый гномик. Мелкий. Эй, мелкий. А, так вот, как мы полетим. Получается, через Бангкок. Жалко, что здесь языки меняются. Вот. Бангкок, Доха. То есть полетим через Индию. Вот. И вот сюда. Вот сюда. Так, а вот столик. Нет, самолет, конечно, старый. То есть в том плане, что эти уже немножко подвыцвело все. Вот, да. Такой уже старенький. Да, потому что вот это, ну, о, подожди, может где-нибудь тут? А, здесь все на арабском. Language нигде нету. Нигде нету language, к сожалению. Кажется, какие-то крутые наушники, да? Для Катара. Для Катара. Сделано. Oryx One. Тут хочешь аватар посмотреть? На английском? Ты будешь изучать английский? Подтягивает. Ну, давай, давай. Все, короче, сейчас скоро будет взлет. Ну, что у нас происходит там вот? Есть параплетик. Ну, вообще нормально. Места прям очень много. Особенно для ног. Просто прям дофига. И больше. И носки меня, конечно, вообще прям удивили. Неожиданно. Катар умеет удивлять. Вот он сейчас час 52. Они узнали, что у тебя на сколько. Я им сразу дверь. Так я же 30 бат уже потратил. Ну что, возьмем домой. Это даже не носки, это гольфы какие-то. Причем они, знаете, без пятки, без всего. То есть, по сути, их какая-то натягиваешь, как колготки. Да? Вот и все. Они, кстати, такие нежные, знаете, мягкие прям вообще. На все входишь. Да. И каждым получается по такому набору.
Сейчас беруши можно ставить будет. Масочку. Я надо сейчас спать. Сейчас бахну и спать. На улице опять дождь. Блин, хороший знак. Не очень хороший мультимедиа. Язык не меняется, игр нету. Вот. Музыка какая-то старая. В общем, короче, так себе. Только чисто под англоговорящую. Все. Красиво. Цветочка такая прям. Ох, щик. А, еще, кстати, это обдувало где-то. У тебя майка, кстати, светится. У меня тоже светится. Это галогенная лампа.
маффин тоже очень вкусный. Прям кормит. Просто не успели поспать, нас опять кормят. Кстати, кормят второй раз. Я думала, второй раз будут кормить в самолете, на втором. Нет, здесь получается два раза кормят. Первый раз небольшой вот этот прикус в виде маффин и вот это вот рулетик, что ли. А второй раз сейчас вот полноценный завтрак. Все. Тоже напитки там, туда-сюда. Не знаю, полно алкоголя, но я что-то вообще не хочу. Нам еще долго ехать до дома. Поэтому я не хочу пока рисковать. И то я, знаете, том-ям съел и дым чувствую, что немножечко меня прихватило чуть-чуть. Но я не буду лучше чайочку. Что будет? Теперь нам еще 1:30. Вот что нам сегодня перепало. Вовка тут сегодня, короче, пьет пиво. Он Стелла Артуа. Хорошо? Обалдеть. Банки забирают. Колу Лайт уже все взял. Кайфует. Я, честно, даже не хочу. Я себе взяла чай с лимоном. И все. Дай попробую. Нормально? Нормально. Но не холодно. Вот акулу, видите, дали со льдом. Так, здесь у нас сырный омлет с чем-то таким. А, принесли еще круассанчик такой. Фруктики. Здесь драгон, получается. Здесь ананас и дыня. Вот здесь у нас получается что-то типа панакоты, наверное. Вот джем идет. Да, это вот круассаном. Бутылочка водички. А здесь у нас приборы. Салфеточкой. Так что сейчас будем кушать. Вот так вот выглядит. Здесь получается вот сосиска куриная, фасоль, омлетик, картошечка. Приятно. Нам, как говорится, аппетитом. Да, похудеем. Кушаем, хотя, дабы не обляпаться. Не, хорошо кормят. На Катаре очень хорошо кормят. Мне прям очень понравилось. Я предварительно изучила меню на сайте и сразу знала, что самое вкусное тут можно взять. Ну, уже пиво выжрал, алкаш. А что, нет? Уже веселый какой. И жизнь заиграла яркими красками, да? Ну что, вода, мы кушаем. Всем приятно видеть, кто с нами кушает. Крыса. Чит-чит. Все, мы подлетаем к Дохе. Уже все. Прям осталось немножко. Пытался утром посмотреть. 40 минут осталось лететь. Хороший полет. Этот самолетик старенький. Сейчас в туалете была, там даже воды нету. Вот, один вообще закрыт. Самолет прикольный, но старый уже. Где вышел из строя. Эти мониторы, конечно, но... Еще время. Ну да. Ой, ну знаешь, по сравнению с нашими самолетами. Чего? По сравнению с нашими самолетами, знаете, это еще и неплохо. У нас еще более древние. Так что нифиг выпендриваться.